Зимняя фантазия развернулась в выставочном зале «Экспо Одинцова». Модницы оценят ультрасовременные, мягкие, легкие и пушистые шубы из меха керли пастельных тонов, а также широкий выбор разнообразных аксессуаров – кожаных сумок, шапок из натуральных материалов и авторских шарфов. Подарок к любому празднику можно приобрести отечественные механические кварцевые наручные, а также деревянные настенные часы или будильники. А дачники смогут найти здесь качественные садовые инструменты и семена. Ярмарка «Зимняя фантазия» будет работать по 6 февраля с 10 утра до 7 часов вечера. В заключительный день до 16:00.